Благовещенские полицейские не нашли ни в одном из городских дворов отравленных хлебных шариков для собак. Напомню, неделю назад в третьем микрорайоне были расклеены листовки, которые предупреждали о том, что в окрестностях разбросана отрава. Однако вещественных доказательств полицейские не обнаружили. Владельцы животных в правоохранительные органы также не обращались. А тем временем жители одной из благовещенских многоэтажек в микрорайоне обеспокоены систематической гибелью бездомных животных. Накануне они стали очевидцами неприятной картины. Во дворе своего дома обнаружили труп собаки. Видимых следов насильственной смерти не было. Жильцы подозревают, что животное отравили. По их словам, это не первый подобный случай. Сегодня утром пошли собака уже полседьмого. Она уже лежала, вчера ее не было. Кто убил, не знаем. И это еще уже не первый раз. Вон там за гаражами, около помойки, тоже как-то месяц назад две собаки было убито. И у нашей подруги вот тут, в этом доме, 29-ки, тоже прямо на машины кто-то стрелял и убил собаку, домашнюю. Страдают от рук живодеров не только собаки. Нередко в этом дворе видят и мертвых голубей. Кто виновен в гибели птиц и собак, неизвестно. Куда обращаться в таких случаях, люди не знают. В полиции такие обращения не принимают и предлагают обратиться в ЖКХ или административную комиссию. Между тем, погибших животных видят не только взрослые, но и дети.